почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Литерева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Эту книгу стала читать по рекомендации знатоков. Говорят, что она пользуется большим успехом. Ее активно покупают, и вообще один из авторов, Соболев Николай, просто душка. Разумеется, я совсем не горю желанием и даже не помышляю создать успешный или хоть какой-нибудь канал на YouTube. Но почему же не прочесть творение с исправлениями и дополнениями трех авторов Соболева, Жуковского, Назарчука, YouTube, «Путь к успеху», «Как получать фуры лайков и тонны денег». Тем более, что в предисловии Соболев искренне заявляет: «Еще 2 года назад я был обычным студентом. Я, как и вы, возможно, не знал, чем мне заняться, что мне делать со своим дипломом, куда пойти и что меня ждет». Но он пофантазировал, и мечты сбылись. Вместе с другом они создали свой канал на YouTube, смонтировали первое видео и сделали первый шаг к осуществлению наших мечт. Итак, что можно узнать из книги? Историю YouTube, а также его отличие от телевидения, типологические черты классных роликов, которые должны быть легкими, яркими, естественными, хорошими. Ролик должен за 10 секунд заставить влюбиться в ваш канал и стать его подписчиком. Поэтому авторы рекомендуют мудро действовать по схеме: привлечь, заинтересовать, сделать подписчиком. Для совсем темных, еще темнее, чем я, описаны способы заработка на YouTube, например, прямые заказы от рекламодателей, собственные проекты, сторонние проекты, заработки на партнерской программе. Обращаю внимание, что особенности текста сохранены дословно. В эпиграфе к разделу «Видеоблоги» «Бложить или не бложить? Вот в чем вопрос» ссылка не только на гамлетовскую мучительную дилемму, но и настоящая прямо-таки убийственная проблема. Как добиться успеха в данном жанре, если действует жесточайшая конкуренция? Любопытно, какими способами видеоблогеры собирают и удерживают огромную аудиторию. Пожалуйста, вы в книге обо всем этом прочтете. И о том, что нужно ответственно относиться к съемке блога и регулярно публиковать видео, и делать шоу, и использовать громкие события, и объединяться с другими блогерами, и вовлекать зрителей. Честно, хоть я и далекий человек от создания каналов, но даже мне показалось, что в книге много, что называется, воды, пустого растекания, общеизвестной и общедоступной информации по древу. Но интересующиеся узнают многое и о продвижении видеороликов, и о работе с комментариями, и о монтаже, и о звуковом оформлении, и о том, как вести себя перед журналистами. Я даже прочитала советы по обработке фотографий. В общем, и много знающие, и только догадывающиеся будут приятно удивлены последней книгой Соболева, Жуковского, Назарчука «YouTube. Путь к успеху». Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».